Это 18-я по счету выставка традиционно проходит на территории ВДНХ. В красочных павильонах представлена вся продукция отечественных товаропроизводителей. А самодеятельные коллективы вносят праздничную нотку в это мероприятие. У прилавков Республики Саха-Якутия, как всегда, много посетителей. Оно и понятно, ведь здесь экологически чистая и вкусная продукция. В сельском хозяйстве есть такая пословица: цыплят по осени считают. Поэтому мы в этом году традиционно подводим итоги года сельскохозяйственного в Республике Саха-Якутия. И он у нас приходится на ярмарку «Золотая осень» в городе Москва. Мы в этом году приехали внушительной делегацией. У нас 16 организаций изъявили желание принять участие. Более 170 наименований продукции мы привезли в город Москву. Нынче республика показывала свои достижения сразу на двух площадках. Торговля продукцией шла в павильонах национальных культур, а в главном корпусе были представлены выставочные стенды и инвестиционные проекты. Все считают, что Якутия далеко. Конечно, сюда добираться, да еще с таким грузом, большие трудности, очень большие расходы. Но благодаря нашему правительству, благодаря Ильдархана Егоровна Афанасьевича Борисова, вот это каждый год осуществляется. Благодаря их помощи. И вот каждый год мы присутствуем здесь, на московской земле, и представляем свою республику. Большой интерес столичной публики их, как всегда, вызывает выставка меховых изделий. Показалось очень интересным вот эти пальто, сделки соболя, волка. Вот это вот отличная прям куртка. И вот эти шкуры для интерьера тоже очень необычные. Отрадно, что якутские аграрии и товаропроизводители и в этом году являются лидерами в главном агропромышленном форуме Российской Федерации. Наталья Сазонова, Егор Максимов, НВК Саха, Москва.